Че, пошли? Любась. Водичка хорошая. Чего говоришь? Я знаю. Ух, хорошо. Потихонечку начинает деревенеть кожа. Начинает уже очень сильно замерзают кисти, локти, голова. Вот, туловище, оно, конечно, лучше всего защищено от холода, но сколько уже, почти 1.5 минуты. О, хорошо. Отлично. Около 2 минут, когда нахожусь в этой ледяной воде, начинает уже спазмы, наверное, сосудов или чего, но шея и голова начинают болеть. Чуть-чуть, пора выходить, значит. Вот так вот. Снежочек. Люди в курочках. И я после речечки вытер голову. Слегонца. Вот. Тело вытираю. И потихонечку. Там 2, 3, 5, 10 минут. Иду к машине. Там гуляю. Вот так вот. Ну, чтобы... сейчас тепленький, так что можно. Ну, на улице сейчас очень тепло. 10 градусов. Это воздух 10, да. На земля уже промерз, видишь, не питает. В общем, вот таким вот образом. Практически каждый день. Кайфуем. Нервная система варит. Да. Ощущение просто замечательное. Вот так. Александр, вот так вот беру телефон, попросил сына его подержать. Вот вышел на улицу, видите, зима, мороз. Потом я вам скину температуру улицы. Вот видите, снег, покажи снег, пожалуйста. Уже видите, сколько я стою, да, немножко здесь на снегу, мог ногами, видите? Вот это пруф моего. Смотрите. Теперь смотрите, беру снежочек, да? Вот так, растер. Лицо, мне нравится просто лицо еще и растирать, хотя это не, хотя это не очень полезно сначала делать. Беру ножички, вот так вот. Собираю снежочек, растираю. Надеюсь, мне хорошо слышно, да? Вот. После этого растираю ручки. Начинаю растирать грудь. Собираю снег, грудь, живот. Сколько там уже проходит на времени, не знаю. Сколько прошло? Минута уже. Уже минута. Видите, я уже нахожусь на морозе, обтирая снегом. Больше минуты. Вот. Обтираюсь. Хорошо. Проблема, снег на балконе кончается, нужно будет вам принести. Вот. И захожу и одеваю вот так. Вот, взял с помощью фото-видеофиксации,
показал, что я делаю и как я делаю. Учитесь. Шатдаун.